Бесплатную консультацию специалистов организует сегодня Акбарсмед в рамках акции «Права пациента». Казанцев ждут в пунктах выдачи полисов. На Островского, 38, прием будут вести детские врачи. Приглашаются все, кто не может попасть к нужному доктору в своей поликлинике, либо хочет получить независимую консультацию по поводу болезни. При себе, помимо паспорта и полиса, желательно иметь медкарту, выписки и результаты анализов. Записаться на консультацию можно по телефону, указанному на экране. Прием с 9 до 17:00.